Расширить свой кругозор по истории Мехенди и узнать, какая хна лучше всего подходит для рисования на теле, смогли жители Химок. Профессиональный мастер по боди-арту Алина Шамсиева рассказала участникам встречи о возникновении этого искусства, его видах и о самом процессе нанесения рисунка на тело. Наносится рисунок на кожу, и потом он впитывается в верхний слой кожи. Через какое-то время высохшая сверху паста отпадает, рисунок, проникший в нашу кожу, да, он начинает темнеть. В ходе мастер-класса химчане составили рисунок и сами нанесли его на тело. Узнать расписание ближайших мастер-классов можно на специальном сайте городской администрации.